Уже совсем скоро в Старом Осколе пройдет наш традиционный танцевальный международный фестиваль «Осколданс». Этот фестиваль будет уже 23-м по счету. Организаторы планируют его провести в два дня – 26 и 27 ноября. В прошлом году «Осколданс» поменял свое место прописки и переехал из Дворца культуры «Комсомолец» в Дворец спорта «Аркада». Этот фестиваль также планируется провести на новой площадке и также в новом формате. Заявки уже принимаются и ожидается, что помимо гостей из России приедут танцевальные коллективы из Абхазии и Украины. Фестиваль в прошлом году действительно обновился, он получил новый виток развития. Мы опробовали новую площадку, новые формы работы, они прижились, они действительно доказали свою актуальность и значимость, они смогли нам открыть иные коллективы, они помогли дать нам большее количество участников и большее количество зрителей. Поэтому в этом году мы также будем проводить фестиваль на базе Дворца спорта «Аркада». Также он будет проходить в рамках трех площадок. Old Oskol Dance, который будет привлекать к себе участников традиционных эстрадных, классических направлений танцевального искусства. Площадка «Стрит» включает в себя все современные неординарные направления танцев. И «Беллрум» – площадка, которая будет связана с танцами исключительно спортивно-бальными.